Всем привет! С вами канал Артмани, моя семья. Сын, иди сюда. Иди ко мне, иди, ты пришел. Ты пришел сам. Записываем снова влог. Как проходит наш день. Наш день поменялся. Проходит теперь совсем по-другому. Дима у нас теперь с утра гуляет. Я встаю в 9 утра. Вот, потому что в 9 утра мне вставать легче. Я себя лучше чувствую, чем когда встаю в 10 утра. В 10 утра я какая-то сонная, убитая, меня тошнит, что-то плохо почему-то. Что это? С кем мама разговаривает? Мама с камерой разговаривает. Скажи, ну все, мама с ума сошла. Уже с камерой. Уже с вещами разговаривает. Да? Уже с вещами разговаривает мама. Точно, как сама с собой. Да? Вот, и мы где-то в 10 утра, пока я все приготовлю, с Димой начинаем кушать, садимся. Потом иду я сама кушаю, там пью кофе, либо вот что-нибудь такое. И потом мы с Димой гуляем. Дима ходит здесь по комнате. Вот обычно мы где-то днем или вечером всегда было. А сейчас я стала делать днем. Вот днем ходит. Не трогай камеру. Не трогай камеру. Иди сюда. Иди, зайка моя. Иди. Да, мы стали чаще выходить, чаще он стал у меня бегать по комнате, стал более такой, он тянется уже такой ко мне больше, как-то подходит. Вот, ну сами, в принципе, увидите, сегодня я все покажу. Вот, и потом где-то часов, наверное, с 12 мы снова кушаем, и я его отправляю гулять на балкон, потому что муж у меня сейчас работает. Вот, и его могут вызвать в любой момент. Ну, обычно вечером приходит сообщение, там, типа, туда-то, туда-то, и все. И поэтому мы сейчас уже несколько дней не выходили на улицу. Мне очень хочется уже выйти, мне хочется уже зайти в магазин. Меня прям, вот, знаете, вот прям тянет в магазин, мне надо в магазин. Надо не просто, ну, не именно что-то купить, а просто зайти и посмотреть. Потому что до беременности я всегда, когда захотела, я шла в магазин. Даже если ничего не покупая, просто ходила там брать. Ну, в принципе, мы девушки для этого сделаны. У нас у всех это хочется, всем это надо. Ну вот, мне тоже хочется уже в магазин, а он все работает, работает, то по 2 дня, и там один день отдыхает, то ему надо там флюорографию надо для работы сделать, там то еще что-то вот такое вот. Вот, и поэтому пока что несколько дней сидим дома. Вот, но я надеюсь, завтра ему на работу, что послезавтра, наверное, мы пойдем гулять. Я уже очень сильно хочу гулять. А выходить вместе с ребенком для меня это сложно. Ребенок довольно тяжелый. И максимум, что я могу выйти, это только около подъезда посидеть. Вот. Но для меня это будет очень тяжело. Вот я очень сильно потом буду уставшая. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, и выйдем даже. Как бы у меня есть такое в планах. Посмотрим. Дима, не лази туда. Вот. И да, Дима гуляет у меня на балконе. Он спит там. Я вам, кстати, показывала. Вот, как он вчера уснул, довольно интересно. Ты играл игрушками своими, играл, так их пальчиком взял и вырубился, и спит, и держит главный. А потом так ручки расслабились постепенно и упали. И они так вот торчат как-то у него. Так смешно. Жалко, что я не сфоткала. Надо было встать на табуретку и через окно сфоткать. Потому что если откроешь балкон, он сразу проснется, я знаю его. Вот. И потом у нас где-то, вот пока-то он спит, иногда я включаю компьютер, сейчас я стала меньше его включать. Вот, у меня что-то немножко подвисает. Боюсь его потерять опять. Вот, Дима, не лази туда. Диме вот прям надо розетку, вот прям надо. Кстати, купили, я говорила, заглушки в розетке, да. Но все равно его прям тянет ужасно к этим проводам. Видимо, он, наверное, будет программистом, как мой папа и брат. Вот, и второй брат тоже. И я когда-то этим немножечко занималась, увлекалась. Вот. Когда у меня были общие друзья. Вот. И потом, пока он спит, я чем-то там занимаюсь. Потом где-то часа в 2, наверное, 2-3 где-то он просыпается, я его вынимаю. Вот. И потом мы начинаем готовиться к вечеру. Там кормлю я его туда-сюда. И вечером часов 6-7 мы снова выходим гулять, он снова у меня бегает, либо мы смотрим мультики. Вчера мы просто бегали, потому что несколько дней подряд я смотрю, что его мультики не особо интересуют, которые показывают по телевизору. Вот, а через монитор, допустим, на компьютере у меня только наушники. Колонки у меня не работают. Вот. Не знаю, может, если вот те, кстати, маленькие подсоединить, может, он заработает.
Вот. Вот так у нас проходит день. Вот, да, кстати, духовку привезли. Я забыла показать сразу. Ее привезли, она уже стоит. Я вам сегодня ее покажу. Обзор на нее делать я буду, не знаю пока, когда буду делать, но буду в любом случае. Она пока стоит. Вот, будет дожидаться кухонного гарнитура, который, надеюсь, что скоро приедет. Вот. Не могу показать это. Дима сидит в углу там. А, тебя поймали. Кто тебя поймал? Тебя мама поймала, да? Уселся там возле музыкального центра своего. И сидит. Перебирает вилка. Розетка вон повыше над ним. Ты мне сейчас все провода там поломаешь, да? Дима, ну-ка уходи оттуда. Сына. Сына, иди сюда. Дима, оставь ее в покое. Брось ее. Вот, иди сюда. Дима, иди сюда. Иди сюда. Вот. Ой, ты какой дитя ты. К маме пришел. Ну. Ай-яй-яй, не надо, камеру не трогай. Не трогай камеру. Ой, что Дима делает? А батюшки? Батюшки, новые ходы. Не застрянь там. Новые ходы какие появились у Димы. А тебе лабиринтик надо, сына. Сына. Какие ходы. Все? Набегался? Слоник. Слон. 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 А это уже треугольничек у тебя. Вот так же сейчас вот сидела, переписывала рецепт. У меня есть такой вот интересный рецепт. Запеченная картошечка с грибами и с черносливом. Такая у меня, кстати, книжка кулинарная моя. Да, в одном месте я вчера написала. Я хочу, кстати, переписать эту книгу, посмотрим. В одном месте я вчера написала, там девушка написала, что сделать к Новому году. И есть такой сайт. Не сайт, а приложение Барбара. Вот. И там вот я сейчас писала. И подумала, что, может быть, мы могли бы вместе с вами ее приготовить. Запеченную картошку, что, может быть, кому-то интересно, напишите в комментариях, потому что получается очень-очень вкусно. В принципе, я хотела дождаться своего, вернее, своей кухни, когда приедет, потому что будет это гораздо красивее, чем сейчас, что находится у меня. Вот. А вы в комментариях напишите, интересно это кому-нибудь или нет, потому что вкус получается безумно просто вкусный. Ты ползать начал, сын? Давай-давай, ползи. Ходы нашел всякие. Ой. Давай, складывай. Игрушки будешь складывать, Дима? Вчера ты так и игрушки складывал. К вечеру. Когда вот они лежат разбросанные, он как бы их не складывает. А когда ты... Когда он видит, что мама начинает складывать игрушки, потом через какое-то время он тоже начинает это повторять и начинает складывать. Что несешь там? Колечко какое-то. Да? Давай. Кому-то. Мячику? Нашел новое место. Батюшки. Ой! Господи, падаешь на меня прямо. А? Ты обнимашкин любишь, обнимашечку. Да, обнимашка. А если я тебя не поймаю, Дима? Ты же упадешь тогда. Закрываем нашу книгу рецептов за 8 лет совместной жизни. Она не такая. Я уже перестала, в принципе, записывать. Уже такие новые... Нет, ты запоминаешь или куда-то записываешь на бумажечку, забываешь. Да, табуретка, не трогай ее, ради бога. Дима,
Опять ты к этой вилке пришел, да что же такое? Ой, 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 звуки какие. Собирай игрушки, Дима.